Здравствуйте, дорогие дамы и господа, да благоволит к нам Господь, с вами Джон Клюкер и Глебобас, еще Каляйка и Пикачу. Это, в общем, там подписчик задал вопросы, ну, это будет как бы рубрика «Короткие вопросы, короткие ответы». Ну, коротко, наверное, не получится, потому что спросили у всех у нас кому. Ну, первый вопрос там спросили, какой цвет одежды. А, не, просто какой цвет нравится, ну, в одежде. Ага. Ну, это я просто сейчас вопросы перечислю, потом... Ага. Какой любимый горячий напиток, потом какой любимый холодный напиток. Ну, там перечислили, угу. Там чай, кофе, какао, там, ага. Квас, там, может быть. Вот, и первые вопросы будем задавать Грибобасу. Давай, Грибобас, какой тебе цвет, сейчас, подожди. Какой тебе цвет нравится? Мне нравится красный цвет. Вот, красный и такой светло-синий. Не-не, вот. Один цвет уже, скажи, красный. Короче. Все, тихо, дальше. Какой горячий напиток тебе нравится? Горячий? Кофе. Так, холодный? Компот. Компот? Да, холодный компот. Понятно. Она убегает. Убегает? Грибы вас возьми, пожалуйста, давай. Пикачу. Сейчас Пикачу? Каляйке задам вопрос. О, тебе, Каляйка, какой цвет нравится? Розовый. Вот, тут. Розовый? Да. А тебе еще вроде фиолетовый нравился? Ну, розовый, да? Розовый, да. А этот горячий напиток? Ну, какао. А холодный? Квас. Квас? Этот можешь принести, этот, как его? Зонтик? Зонтик, а то сейчас мне камеру замочится. Ой, там, ага. Ух ты. Сейчас здесь, то есть, она намокнет, сейчас намокнем. Сейчас тебе пакет нанесет. Дождь пошел, наверное, придется убегать отсюда. Наверное. О, не, большой дождь. Большой. Пришлось зайти в подъезд. Дождь такой, ну, такой не слабый, в общем, дождик. В общем, мне нравится зеленый цвет, потом горячий напиток чай, черный, холодный напиток. Ой, что-то надо подумать. Пришлось повспоминать, что же мне все-таки, какой холодный напиток нравится. Ну, я так думал, перебирал. Морс, вот я обычно из клюквы люблю. Но все-таки больше всего мне нравится коктейль молочный. И сейчас я как раз озвучу. Я у жены спросил, как-то кто-то в комментарии спрашивал, ник есть у моей жены или нету. Ну, она согласилась, разрешила это, разрешение дала, ник ее озвучить. О. Мальчик забежал. Ник Нади Мацута. В общем, я у нее тоже спросил, какой ей цвет нравится. Цвет фуксии, напиток холодный. Она сказала, или шампанское, или вино игристое, а горячий напиток... Что-то она там в раздумье была. А, ну чай, она сказала, чай, да. Какао или чай, я ей говорил, ты определись, какой все-таки напиток, так она, чай или какао, то есть тоже так не определилась. Вот такое видео получилось. Ну, записали, да уж это, если интересно, подписчику стало. Сейчас покажу, какой дождь. Все, спасибо за внимание, всем всего доброго. Удачи. Вон тут еще остатки снега. Этот мотоцикл, не знаю, или Урал. А, скорее всего, Урал этот мотоцикл. А может быть, Днепр. Не-не, Урал, скорее всего.